Президент Боливии заскучал во время судебного процесса и решил посмотреть порно на своем телефоне. Видео оказалось в распоряжении СМИ, но это еще полбеды. Эво Моралес забыл выключить звук. Услышав громкие стоны из телефона президента, в зале воцарилась нерабочая атмосфера. Пресса даже не уточняет, что это было за судебное заседание. Ну, видимо, уже все забыли.